И по 25-му садику тоже к концу недели, это, понимаю, подрядчик приступит к ремонтным работам. Это то, что за деньги ТФРР с местным софинансированием. А кто подрядчик по работе? Ну, сейчас не надо звать, просто знаю, что определились. Можете узнать у ЖКХ, я сейчас скажу, что было. Да, я сейчас уточню, если необходимо, расскажу, что за фирма, название фирмы. Можешь перезвонить, уточнить. И по Монолит. Это какой город? Киев, да? Монолит Киев, это по роддому. А по садику 25-му? Монолит Центр. Монолит через Тире-центр, да? Ромень-Буцервис. Ромень-Буцервис. Это кто? Откуда? Тоже Киев, да? Хорошо, все. А, Монолит. А, это то, что делает прозорный офис, да? Ну, хорошо, хоть. Понятно. А, и Гусев, амбулатория номер 2 еще. ФОП Гусев. Хорошо. Значит, еще по Алгинсов подрядчик вам по амбулатории номер 2. Это на Артема. Это то, что рядом с детской поликлиникой. Да, то есть уже приступает к работам. Это ФОП Гусев. По Монолит-центр, это Киев. Это те подрядчики, тот подрядчик, который нам делает прозорный офис, в принципе, неплохо. Успевает все. И Промень Буд-сервис, это по 25-му садику.